Занятия под открытым небом пройдут до конца августа. В эту субботу в 10 утра опытный тренер приглашает всех желающих на йогу. В Приморском парке северодвинцев научат базовым упражнениям. С собой ничего приносить не надо, только приходить в спортивной форме и с хорошим настроением. Очень много у нас приходит мам с детьми. Детки рядом бегают, играют, мамы занимаются. То же самое, бабушки, дедушки гуляют, детки рядом развлекаются, дедушки, бабушки занимаются. Даже если вдруг будет дождь, вы все равно выходите из дома и направляйтесь в сторону Приморского парка, потому что, скорее всего, когда вы придете в Приморский парк, дождь уже закончится. Так было много раз. По средам в 19:00 пройдут занятия «Хочу шпагат». В Приморском парке ждут северодвинцев с любым уровнем подготовки. Инструктор подберет упражнения для каждого человека индивидуально. Стоит отметить, проект «Движение здорового лета» финансируется программой «Молодежь Северодвинска».